Красноярский симфонический оркестр выступит со свободным балетом Валерия Терешкина. Накануне состоялась совместная репетиция коллективов. На ней исполнит одноактный балет «Сотворение мира» Мийо. Кроме этого, прозвучат такие шедевры симфонического наследия, как «Море», «Дебюсси» и «Вальс» Равеля. Концерт станет частью большого проекта «Краевой филармонии. Осень в Париже», который состоится 26 ноября. Зрители ждет воссозданная атмосфера французской столицы, модные показы, выставки, шоу и пятиметровая копия Эйфелевой башни.